Шеф-повар Максим Григорьев. Дип из зеленого горошка. Предлагаю несложную и быструю, но очень вкусную закуску. Сейчас сезон пикников, и ее можно взять с собой на природу и перекусить в ожидании шашлыков с чипсами, крекерами, с нарезанными соломкой свежими огурцами, сладким перцем, морковкой. Вкус очень приятный, сладко-сливочный, с чесночным привкусом. Орехи можно взять любые, арахис, кешью, фундук, у меня в этот раз грецкие. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Горошек зеленый замороженный 200 грамм. Масло сливочное 30 грамм. Орехи грецкие 40 грамм. Соль 1 щепотка. Чеснок 1 зубчик. Шаг 1. Подготовим продукты по списку. Сливочное масло заранее достанем из холодильника, чтобы оно стало мягким. Зеленый горошек разморозим. Шаг 2. Все продукты кладем в чашу блендера. Шаг 3. Измельчаем в пюре. Пробуем на соль, если надо, досолим и еще раз пробьем в блендере. Шаг 4. Выкладываем дип в салатник. Подаем с чипсами, крекерами. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.